Москва-Сити является молодым и современным городом, набирающим все большую популярность среди туристов за счет его уюта, красоты, близости к аэропорту и ставшей уже знаменитостью порта Монтенегро. Ресторан «Лаунж-бар Прова» находится в самом центре города Тиут, на берегу моря, набережной Ива-Визин. Его уникальное расположение и архитектура в виде корабля сделала ресторан новым символом города. Уютные палубы корабля «Прова» примут вас на уникальный гастрономический тур. Ресторан «Каруба» находится в красивом уютном месте в поселке Доня Ластва в конце Тиватской набережной. Ресторан разместился на берегу моря в отреставрированном здании 19 века. Имеет собственный уютный пирс с видом на залив, горы, проплывающие лайнеры, выходящие из порта Монтенегро, и божественный закат солнца. На территории ресторана свои ветви раскидывает роскошное дерево, которое также можно украсить элементами декора, которое будет дополнять романтический стиль свадьбы на море. Ресторан славится не только сохранившимся адриатическим стилем, великолепным обслуживанием и отзывчивым персоналом, но и вкусной едой. Кухня ресторана преимущественно средиземноморская и европейская. На время вечера ресторан отводится только на обслуживание свадьбы. В случае дождя или непогоды можно переместиться в закрытый зал ресторана. Возможен свой диджей и ведущий. «Каруба» – одно из самых любимых мест для романтических церемоний и свадебных вечеров.